Всем привет! Сегодня у нас на обзоре гайковерт фирмы Борт BSR12H 350 ньютон-метров. Якобы он может открутить от прикуривателя. Поставляется в кейсе. Давайте вскрывать и смотреть, что там внутри. Под одну вторую. 12 вольт. Открываем сейф. А тут, посмотрите, как круто сделано. Документация лежит такой специальной ниши. То есть не вот так вот сверху, как обычно валяется, а вот это вот. Вот только вот это уже стоит лайк. Вот, засунуть туда довольно-таки проблематично одной рукой. Но у меня, в принципе, реально. Что идет в комплект? Идет две головки. Казалось бы, со всеми гайковертами идет 4, а тут две. Но тут две непростые, то есть, смотрите. С двух сторон. Двухсторонние. Такое я видел только у Борта. И вообще, за это им спасибо. То есть занимает минимум места, но при этом фактически выполняет роль четырех головок. Два сменных предохранителя в комплекте. Тоже немаловажно, потому что по факту вы такие предохранители так просто где-то не найдете. В дороге, в гараже, еще где-то. Прикуриватели. Точнее, питание происходит от прикуривателя. Кабель не вызывает доверия, если честно. Давайте сам гайковерт. Довольно-таки тяжелый. Но посмотрите. Но он весь болтается. То есть это уже говорит сразу о качестве данного гайковерта. Соответственно, я думаю, что это будет просто ерунда. Здесь люфт большой. Это, я так понимаю, ударный механизм. Но нормальный гайковерт такого не должно быть. Имеется. Так, скорость у нас всего одна, как видим. Реверс уже переключается с таким каким-то хрустом. Да и вообще, вот. Внешне он не внушает доверия вообще от слова совсем. Стоит там порядка 3500. Здесь якобы должно было быть колечко стопорное. В противном случае база я не вижу, но решили, что оно и не нужно. Поставили шарик. Сейчас будем пробовать смотреть данный инструмент. Смотрите, подключили к электрической сети автомобиля через прикуриватель. И тут даже есть подсветка. Это прям огонь. Ну-ка, включай. Угар назад включай. Давайте попробуем колесо открутить. Ладно, то есть, в принципе, для откручивания и закручивания колес данный гайковерт пойдет. Давайте сейчас еще попробуем открутить им шурс. Вставляем на 32, пытаемся открутить шурс. На удивление, даже шурс смог открутить. То есть мощность все-таки есть.
данном гайковерте. Ну что, как видим, наши тесты, данный гайковерт прошел без особых усилий. Единственное, что все равно то, что он там болтается, может быть, это конструктивная особенность, но мне это не нравится. И также имеется вопрос по долговечности данного гайковерта. Будет он долговечным или нет, это вопрос такой вот риторический, я бы сказал. То есть непонятно, сколько он прослужит. Но в целом довольно-таки прикольно. В машину положить и на трассе где-то поменять колесо. Думаю, с такой задачей данный гайковер справится на все 100%. Всем спасибо, кто смотрит. Подписывайтесь на канал. Всем пока.